Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Илья Локшин, я академический руководитель образовательной программы политологии в Высшей школе экономики в Москве. Я хочу пригласить вас к участию в Олимпиаде «Современная политика», которая проводится в рамках Международной Олимпиады молодежи. Зачем вам это может быть нужно, каковы резоны? Они очень простые, победители этой Олимпиады получают возможность поступить, они на самом деле зачисляются, да, на бюджет, на нашу образовательную программу, и получают общежитие, стипендию и так далее. То есть это замечательная возможность уже сейчас поступить в один из лучших университетов страны на, уверяю вас, качественную образовательную программу. Важно, что уже сейчас идет регистрация на эту Олимпиаду, напоминаю, «Современная политика». Она продлится до 10 октября, так что, пожалуйста, не упустите время. Вообще, кого мы ждем? Да? Мы ждем тех людей, которые, во-первых, хотят просто проверить себя в области общественных наук, прежде всего. Да? Людей, которые интересуются обществом и политикой. Людей, которые думают о построении карьеры либо в государственных органах власти, либо в частных компаниях, которые взаимодействуют с государством. Людей, которые думают о построении карьеры в области PR, HR. Людей, которые хотят много знать о политике и об обществе, уметь проводить серьезные исследования при помощи сложных, строгих методов, но при этом знать и, так сказать, содержательную сторону, как функционирует общество и политика. Людей, которые думают о получении образования одновременно фундаментального и практикоориентированного, прикладного. Если вы попадаете в какую-то из этих категорий, то вам нужно поступать на нашу образовательную программу и, следовательно, нужно участвовать в этой Олимпиаде. Важная деталь состоит в том, что в следующий вторник, 26 октября, мы будем проводить так называемый вебинар, да, то есть вот онлайн-беседу с вами, дорогие друзья, в которой мы будем рассказывать о заданиях Олимпиады «Современная политика». И в частности, мы разберем размещенную на сайте демо-версию этой Олимпиады, то есть вот эти вот задания, которые, формат которых, собственно, будет предлагаться уже в основном конкурсе. Поэтому, пожалуйста, следите за информацией на сайтах и регистрируйтесь на Олимпиаду «Современная политика». До скорой встречи. Спасибо.